Лещина. Найс. Это вот достойно. Достойное бытие. Фундук плюс сок. Жил 4 года на юности. Поздравляю. Тебя под падиком в сумме часов 100 провел. Зач. Хотел руку пожать. Зач. Оцени ник. БТВ ему первый донат. Зач. Зач. 100 часов. Прикинь, бы ты чем-то полезным занялся 100 часов. Вот представь. 100 часов. Зач. Прикиньте, 100 часов потратить, я не знаю, на какие-нибудь отжимания от пола, на турники, я не знаю, на изучение иностранного языка. Даже на, я не знаю, стать лучшим в какой-то мультиплеер игре. Всех там ебашить. И то было бы неплохо. Оцени ник Олда в скобочках. Чупло, твердый знак. Ник Дауна. Я не знаю, чел. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. В универе спросили тебя, кто твой фанат. Ты назвал меня? Чел, ты значение слова «фанат» знаешь? Я тебя не знаю, как я могу быть твоим фанатом. Тебе плохо? Хай! Привет, ублюдки! Блин, надо забирать, наверное, потому что 11 спинов, но я же хочу миллиарды выиграть, чтобы отыграться. Вот, ты думаешь, за такое надо банить или что? Ну и ладно, тайм-аут. Имбецил, сука. Хочется нажать, ну пиздец, все плохой стриму хочется нажать. Твоя ебанка, да? Да пустая оказалась. Твоя ебанка. Ну ты хейтер. Ку, можешь купить бонуску в сериал обычную и бонуской в многоуважаемых слотах Фембо Икс Уилты Гайора Ливину и на заквасоку Гейт оф Олимпус 1000. Чего? Чек не слот. Не буду, не хочу. Доната. Я трачу очень много денег на донатики любимому попучу. Не, да куда хуй написал там, отстань. Купить сериал обычный в Gates of Olympus, такие слот реал есть. Я не буду них покупать, ничего. Че ты душишь меня? Итак, дизморель. Fimboy, X-Wild, Gay or Alive, пиздец. Что за говно, чел? Какого хуя? Я знал, что таких слотов нету. Мудак, сука, ебаный. А, мудила, блядь, поехавший. Sweet surprise! За ту хатку бы японскую. Как она называется вообще, эта хатка? Этот домик. Как эта хатка называется? Поясните в комментах. Букаке? Будка? Не, новостройка. Пагода. Сука. Пагода. Помойка. Пагода звучит реалистично, но я хз. Еще слово такое забавное. Пагода, блядь. Как погода какая-то. Пагода. Вот это слово. За что надо такое выстрелить? Какого хуя он грабает до того, как бустер спрохнет, блядь? Как кто это нахуй программирует, пидорасы? Наебывают на ровном месте. Оно грабает до прока бустера. Я не понимаю, нахуй. А тогда что оно прокает, если этот символ еще не засчитался, что он выпал вообще? Чего нахуй? Все! Этот негр уже выигрывал. По-моему, два раза выигрывал. Отдай деньги. Мяу. Микротян гг. Главное, чтоб, ну, под маской микротян не скрывался микрочелик. Челик пишет минус ЗП. Тильт. Просто кинообыть, чтобы получить зарплату и пойти на нее играть. Типа, ну, у него должен быть тильт для того, что он уебан. В первую очередь. Проверяю, настолько смешно такие сообщения почитать. Вот какая тебе разница? Хватит задавать личные вопросы. Представь, что проходишь полиграф
существуют ли в принципе вопросы, которых ты боишься? Что-то мерзкое, грязное или недостойное? Тут дело не в боисе, а дело в том, почему я должен этим заниматься или почему я должен кому-то что-то отвечать. Сам факт того, что ты должен отвечать, уже мерзко. Через 2 месяца выходит DLC к кольцу Элдена. Ты готов морально? Нет, не готов. Если придется игру заново проходить, то я не готов. Мяу. Заново игру неохота проходить, но у меня же там и так NG+, значит, это в любом случае надо заново, пиздец. Мяу. Как часто ты слушаешь музыку и что слушаешь в последнее время? То же, что я всю жизнь слушаю. Если бы мог треки примерно слушать только один трек до конца жизни, то какой? Хотя мне треки редко надоедают, но суть в том, что только один трек, это значит, только один жанр слушаю до конца жизни. Короче, Iron Maiden, Fear of the Dark. Даже его включу сейчас. Вот его трека начало буквально 10 на 10. Мне только пришло в голову, что оказывается, что в принципе я на кике могу музыку включать во время стримов. Смотрите, блядь, у челика ник Захар Г пишет, да все гандоны. Но буква Г, это что? Интересно, в каком мире панда была бы боссом? Панда — это одно из самых ничтожных животных в мире. Буквально. Она бы никогда не была боссом ни в какой вселенной. Панды живы только потому, что люди им помогают. Это единственная причина, почему панды не вымерли. То есть буквально нету в мире, я не знаю, более ничтожного животного из крупных. Не, ну реально, я вот сейчас задумался о том. Панда-босс? Это смешно. Панда-босс? Почему? Как это? Панды супер слабые, супер трусливые и давно бы вымерли. Лет 100 или 200 назад. Если бы не люди. Ты бы в лицо панде сказал такое про нее? Бля, чел. Попробуй панду увидеть. Где ты ее встретишь? Они же почти все вымерли, кроме мест, где их люди содержат. И панды слабые, если что, для их размеров. Они прям очень слабые. Мяу. Ты говорил, что не любишь рэп. Но я в твоей коллекции видел Эминема. Как объяснишь? И чё, блять? Буквально, ну, несколько треков, до этого там не чистый рэп. В коллекции треков 600 или 700. Из них чистый рэп, может быть, один или два трека. А в целом я такое говно не слушаю. Ладно, всем пока. Прощавайте.